Трансляцию матча Intel Challenge представляют главный технологический партнер корпорация Intel и генеральный партнер турнира компания Asus. За прошедший период отчетного года дельта активов и пассивов оборотных средств превысила. За отчетный период на сумму, равную альфе основных средств за позапрошлый отчетный период. Это позволяет... Отдохнуть, не покидая работы. Онлайн-шутер Point Blank. Разрядись. Скукотища. Это пингвины или ленивцы? Они хотят шоу. Будет им шоу. Ковальский готов? Вас понял. Начать операцию Рико Старт. Бинго. Смотри, что вытворяет. Вот миссия выполнена. Хватит улыбаться и махать, парни. Это 5! Когда на сцене процессор Intel Core i5 второго поколения, результат очевиден. Невероятное шоу визуальной производительности. Умный, и это видно. Ну что, ребят, всем опять-таки доброго вечера, всем привет, с вами Вилат, это Intel Challenge Super Cup. Продолжаем мы с вами смотреть за этими матчами, продолжаем наблюдать за играми Intel Challenge, ну и вы знаете, будет очень-очень весело. Итак, как всегда, напоминаю вам, что общаемся мы с вами на канале V1 LAT в Мирке. Заходим туда, если вы смотрите нас на Овнеде или на Киберарене, просто-напросто чуть ниже опускаем под плеером, нажимаем кнопочку «Чат», нажимаем кнопочку «Коннект», ну, конечно, предварительно вбив свои ники, и вы попадаете на наш царский канал. Intel Challenge Super Cup, второй групповой этап у нас встречается с командой группы «D». Ну, напомню, что вчера были игры А, Б, С групп. Давайте быстренько по всем группам. В группе А пока на первом месте ХТ, у них 6 очей. По 3 у Децерта и Госу Геймерс, 0 у Power Rangers. То есть в последнем туре Децерта и Госу Геймерс между собой будут разыгрывать, собственно, слот во втором групповом этапе. В группе Б. В группе Б тоже все очень интересно. В ничью сыграли Strong Team и Global Challengers вчера. Из-за этого ситуация в группе очень интересна. Потому что на данный момент у Strong Team и Global Challengers по 4 очка, 3 очка у Na'Vi и 0 у команды Сирота. В последнем туре Na'Vi будут играть против Strong Team. Ну и в случае, если Strong Team смогут выцарапать ничью, они не выпустят Na'Vi из группы. Но это будет завтра, опять-таки. В группе С. В группе С у нас пока сыграно все три матча. Moscow Five выиграли у S-Turtle и в ничью сыграли против команды Esports Gaming BG. Вирус против Esports Gaming BG буквально через 10 минут начнется на стриме Версуты. Опять-таки, ищите его на Кибер Арена ТВ. На нашем канале Вилат будут также ссылки на него. Там будут играть между собой Вирус Дота и Esports Gaming BG. Очень тоже важный матч. Много что там решается. Ну и в группе D у нас второй тур. В первом туре было все весело,
потому что все команды друг с другом сыграли в ничью. В этой группе, напомню, играется 4 из Иордании, Monkey Business, представляющие Данию, ОК, Nirvana International, такая всемирная команда, и Emo Core Dota из Швеции. Ну и мы сейчас с вами начинаем смотреть матч между C4 и Monkey Business, и сразу после него будет игра ОК, Nirvana Int против Emo Core Dota. Обе эти игры для вас комментировать буду я. Формат встречи Best of Two, так как и мы уже все привыкли. Первое место, напоминаю, у нас первые два места из каждой группы выходят во второй групповой этап. Ну и начинается игра. C4 в первом матче играет за Сентол. За Скуржей играет команда Monkey Business, бывшая команда Nevo. Ну, Monkeys, значит, Monkeys. Егермастер против Мигеля на пике. Ну и давайте быстренько пройдемся по банам. C4 забанили у нас Фуриона, забанили Лича, Бетрайдера и Патму. Мигель забанил Спектру, Шедоу Демона, Омни Найта и Виндранер. Ну и есть уже первые пики, и у C4 они очень интересные. Вообще эта команда радует. В первом групповом этапе, казалось бы, новички турнира, никто их вообще не считал за фаворитов. В итоге C4 вышли с первого места в группе, и вот уже в первом туре сыграли в ничью 1-1 против ОК Nirvana Int. Очень-очень интересно. Так вот, Operation Chen и Магина в пике у C4, а чем ответил Мигель? Мигель ответил у нас Инвокером, Шейкером и Вивером. Забанил пятого героя у нас капитан датской команды, это будет Пак, ну и ждем решения от C4. Вы многие меня спрашивали, Вилат, где вот вчерашний Гарри Поттер стайл игры ХТ против Десерта. Ребят, Own 3D. Слэш Киберарена ТВ без точки, там самым последним именно этот вот является, скоро он появится на моем Ютубе, появится где-то сегодня вечером, там с Ютубом проблемы, решаем очень долго, хе-хе. Ну и ждем, собственно, сейчас последнего бана от C4, потом у нас начнется вторая стадия пика и продолжатся игры. Вилат, го, вместо сала пиво какое-нибудь хорошее тебе подмучу. Чё, не понял. Влад, ты подскажешь, когда можно будет купить вторую доту? Ребят, не знаю, честно, вот честно, не знаю. Вилат, расскажи, чего в YouTube ничего не заливается. Вы знаете, в одном из моих видео проскочила какая-то мелодия. Ну, вы знаете, по правилам YouTube нельзя заливать там видосы с песнями какими-то там, которые лицензованные. И из-за этого канал прикрыли, пока я не удалю это видео. И как бы я его уже удалил, и, кажись, его открыли. Но не сняты еще ограничения. Снимутся они вот сегодня вечером и сразу туда отправятся. У меня более 17 водов ждут уже заливки, и вот сразу они туда полетят. Он хочет напульсник за пиво. Ну много тебе пива придется, дружище, проставить за напульсник. Будешь еще второй дот шпилить? Да, буду шпилить. Влад, что с Dota 2 насчет новых героев, когда ОБТ начнется? Не знаю, когда начнется ОБТ, новые герои будут по чуть-чуть добавляться. Влад, трек-лист выложи, рэпчик, который играл до Техно. Что за песня? Эта песня называется Who Do You Wodo, Bitch. Это саундтрек из игры Dead Island. Кстати, стрим по Dead Island будет на днях. Вилат не снился, чувак, у тебя проблемы. Мы сегодня с тобой допоздна, Вилат. Ну, две игры. Сегодня не сказал бы я, что допоздна, это до 10. Скорее всего, будет одна игра параллельно, будет ее будет комментировать Версута. А вот завтра у нас целый день доты. Очень много доты, нереально много доты, я бы сказал.